Представители Международного комитета Красного Креста в октябре вновь посетили армян, содержащихся в Азербайджане. Никол Пашинян поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы. Этот документ является величайшей победой Армении и Азербайджана. Ален Симоньян на регламенте работы комиссии по делимитации. Уругвай приветствовал принятие положения о делимитации армяно-азербайджанской границы. На Каспии начались совместные учения Азербайджана и Ирана. Иран готовит мощное нападение на Израиль с участием армии, сообщает Wall Street Journal. Гутериш выразил обеспокоенность по поводу присутствия северокорейских войск в России. Территориальная целостность Украины является условием мира, заявил Фидан. Жители Валенсии возмущены тем, что власти своевременно не предупредили о надвигающейся катастрофе.